Я слушала эту сказку, у меня в голове не просто образы были, а именно сказка, радуга, краски, эмоции. Я сразу на себе начала это все прочувствовать. Мне очень безумно понравилось. И я хочу, чтобы таких сказок было действительно больше в нашей жизни, и детки наши росли именно на них, потому что она меня перенесла в мое детство, когда еще были добрые книжки, а не плохие и обидные, как сейчас. Побольше таких, пожалуйста.